встретил его там. Как он там появился, не скажу. Сразу узнал, что он дерется, решил проверить. Но что-то он не захотел со мной сотрудничать. А так вообще хорошее существо. Чем выразняется за лежать, а тут и там? Как вам сказать, здесь намного больше проблем бытовых. Там все намного проще. Там есть конкретная задача, есть конкретный противник. Ты не думаешь ни о оплате коммунальных услуг, ни о больницах. Мне там намного легче, чем здесь. Там, по крайней мере, люди, которым можно доверять, которые что-то делают для этой страны. Именно делают, не просто говорят, а делают. Певно, не у кожного своих товарищей. Своих во всех, да. Это очень ценно. Чувствуешь, что плечо товарища всегда рядом, и знаешь, что он тебе поможет в трудную минуту. Как-то так.